Всем привет, дамы и господа, вы на канале The Ride In My Mind. И сегодня мы играем в Battlefield в операции Кайзершлахт за сторону Германии против британцев. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Так, прорываемся к бункеру. Оп. Что такое, голову получил? Да, никого не видно. Так, идем дальше. Попробуем пройти здесь через окопы, пока нас не видят. Здесь отличная позиция, можно будет отстрелить несколько врагов. Это было близко. Это, надеюсь, меня не пометили. Ну-ка, ну-ка. Почти. Какие-то все живучие. Так, подождем немного. Немного подождем. Аккуратно, аккуратно, ментан. Аккуратно. Так, вставай, приятель. Там снайпер. Вот что это? Я не знаю. Сколько можно стрелять в него? Кривой сервер какой-то или что вообще сегодня происходит? Так, пойдем здесь посмотрим. Оп, мимо. Тут бежит. Куда ты приехал? Так, так, так. Берем флаг, берем флаг. И отлично. Сектор захвачен. We have taken objective butter. Сектор захвачен. Опа. Не успели удрать, ребята. Так, отряды. Одну секунду. Оп, погнали. Бежим, 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 бежим. Так, приятель, без паники, мы поднимем тебя. Оп, встань и иди. Иди, говорю. Опа, опа, где он? Оп, успеем взять. Успеем взять, пока никто не подобрал. Вроде успеваем. И... все. Теперь мы играем за железного человека. Идем вполне неплохо. Что-то он, походу, не собирается падать. Ладно. Идем дальше. Что здесь? Так, отлично, теперь я командир. Идем на точку А. Ну где? Я знаю, что ты там. Еще один тип, давай. Что-то не летит. Самолет. Аккуратно. Опа, приятель. Что какой... вот вовки какой, а? Попался. Бегун. Идем дальше. Давайте, пацаны, вперед, 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 на флаг. Гранатка. Ой, газ, 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 газ. Это я погорячился. Подождем, переждем. Вроде пока идем неплохо. Вроде неплохо. Аккуратно. Оп, опять пригрело. Не отъехал бы. Подождем, подождем немного. Так. И я думаю, там есть парень 100%. Оп. Ну вот как так? Мы прям в него. Что-то походу с пингом, ребята. На этом сервере. Ну, уходить я уже не буду. Оп. Гранатки парень отъехал.
Еще один. Давай, вылезай. Нашего пацана завалил. Они убили Кенни. Идем, 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 идем. Вроде чисто. Быстрая перезарядочка. И 5 к нулю. Идем неплохо. Так. Оп, дружок отлетел. Идем дальше. Берем А. Давайте, ребята, давайте вперед. Вперед, вперед, вперед. Оп, залетело. Трехочковый. Парни на пушке. Упал. Оп, справа, справа. В бункере. И здесь. О, и призрачный гонщик тоже здесь. Все здесь. Погнали, погнали, погнали. Вот тут, походу, движ. Пора сюда врываться. Оп, парень уже все. Давай, бежим, и ты, да, оп, аккуратно. Походу тут очень много. Оп. Отлично. Медик. Оп, давай, давай. Отлично. Дружок, еще один. О, прилег пацан. Давай, вставай. Ну, что ты смотришь? Аптечку давай. Так, с танком нам не справиться. Оп, еще один тип. Ух ты, сколько вас здесь. И сектор захвачен, отлично. Ну давайте, по одному. Кто следующий? Ты, ты. Оп. На, сынок. Идем дальше. Так. Что-то нам непонятное. Перезарядимся. Мне кажется, там кто-то был. Или это просто это, глюки. Окей. Отойдем немножко назад. 16 к 0. Идем вполне неплохо. Так, движемся дальше. Эпичный взрыв самолета. Как же я люблю Battlefield за это. Так, движемся дальше, дальше, дальше. Единственный, конечно, минус этого класса — это то, что он так долго передвигается. Да, он живучий по сравнению с остальными, но как долго он тащит свою задницу на флаг — это нечто. Далековато для нас. Вроде чисто, слева никого. На флаге вроде кто-то. Так, кто-то есть. Там кто-то был. Не будем торопиться. Не будем. Идет заход. Все, ребята решили. Оп! Что там? Все в молоко. Неужели нам наконец-то повезло с командой? И мы проскочим эту карту очень быстро. Taken objective apples. Погнали, погнали. Оп, это было почти близко. Спасибо. Спасибо за медичку. Самолет аккуратно. Оп. Пацану не повезло. Нам повезло. Немножко мотогонку. Кто-то его добил. И мы уверенно движемся к точке Б. Давай. Хорош. Ворд тостер. Леднику, пацаны. О, мой бог. Погнали. Берем Б, пацаны, давайте. Нам дают двигаться. Так, здесь аккуратно.
проходной двор. Все бегают налево, направо, никто никого не убивает. Что происходит? Ай-яй-яй. Перезарядимся и... Оп-оп-оп-оп-оп. Его добил. Окей, берем флаг и отлично. Вали наездника. Как так он всех пробежал, никто не завалил. Чуть припарковался. Оп, все, ничего себе. Цирковой попался. Так, сектор захвачен. Идем неплохо. На мой взгляд, сейчас один из самых сложных секторов. Может, надо взять сразу три точки. Оп, парень. Твоя, конечно, не здесь. Оп-оп-оп-оп. Еще один. Опять тостер лорд. Не везет он ничего. Кто-то все бомбит, бомбит. Так, пойдем-ка на Б. С вроде берут, пойдем на Б. Берем тихоньку, кто-то есть на флаге. Сейчас посмотрим здание, здание чистое. Посмотрим крышу, крыша тоже чистая. И... Наверное, здание... Оп, опять. Разъездились сегодня. Отлично. Захват цели. Опять лорд тостер. Его, походу, вообще не запрягало, что я там стоял. Он просто решил пройти сквозь. Ну-ка, кто там у нас? Никого не зацепило. Окей, окей. Идем, идем. Оп, ты куда? Опять кто-то добил. А еще минус, конечно, этого оружия. Да, ты жирный. Ты, к сожалению, медленный. А вот, взяли сектор. И погнали, сколько тут народу. И минус этого оружия в том, что оно на дальней дистанции вообще плохо работает. Но ряд других преимуществ. Так, мы здесь не пролезем. Погнали, погнали. Последний флаг. Это быстрая игра получается. Давненько так, таких не было. Опять стрит-рейсер на коне. Не доехал куда-то. Он 20 к нулю. Не очень много. Вы сами видите, что-то где-то все. Кто добивает? Тут что-то нет никого. И пойдем, наверное, мы пока не знаю куда. Наверное. Стреляем пока, посмотрим, что происходит вокруг. Перезарядимся. У нас все отлично. Опять чел на лошади, это может быть для нас опасно. Валим отсюда. И оп, перелезли. Берем флаг. Отлично, там опять кто-то стреляет. У нас неудобная позиция, надо отойти. Опять на уши тут. Вроде чисто танк. Это опасный мув. Опасное движение, но мы... Ах ты, зараза, стреляй не по мне. Ай, ай, живи. Гранатку и... Эх, не разлетелся. Было бы эпично. И уже почти взяли сектор. Ну и походу это GG. Стреляем по самолету. И походу это, да, GG, ребята. Мы берем Б. И на этом карта, скорее всего, закончится.
Нормально, вот аккуратно. Ну, давайте. И все, и на этом все. Ну, в принципе, это была довольно-таки легкая игра. Не такой большой киллстрик, как я рассчитывал. Прошли мы эту карту достаточно быстро. Ну, в общем, примерно как-то так. Ребята, спасибо всем, кто смотрел. Ждите скорое новое видео. Всем до новых встреч. Пока.